В средней общеобразовательной школе номер 73 имени Дейнекина к приемке специальной комиссии по соответствию стандартам Роспотребнадзора готовы. Завершаются последние косметические и отделочные работы. В школе, находящейся в Заволжском районе города, обучается более 800 детей. В этом году за парты сядут еще 150 первоклассников. Для них переоборудовали некоторые кабинеты, которые ранее использовали не по назначению. Еще в июне в этом помещении находился спортзал, а сегодня здесь полноценный класс для первоклассников. Установили парты, повесили доску, а также включили в работу умывальник. В период пандемии очень важно маленьким детям постоянно мыть руки. Кабинет технологий для девочек оснастили специальной зоной по домоводству. У мальчиков в столярной мастерской все по-прежнему сердито и аскетично. Как показывает время, учебные станки советской эпохи пока что не могут тягаться с новоделом. Конечно же, все учителя, весь педагогический коллектив, коллектив родителей, мы все готовим наше здание, чтобы принять наших учеников. Делаем косметические ремонты в классах. В этом году у нас новый кабинет для девочек, кабинет технологий. Важным моментом в воспитании гармонично развитой личности является внеклассная деятельность. С этой целью в образовательном учреждении оборудовали студию звукозаписи. Здесь ребята смогут реализовать свой творческий потенциал, записывать подводки, может быть, даже вот к школьному телевидению, да, дикторский голос. И в целом еще также мы будем здесь учиться видеомонтажу. Напомню, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области ежегодно организует кампанию по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. До 15 августа все учреждения должны получить доступ к образовательной деятельности. Всего на территории нашей области осуществляют такую деятельность 777 организаций, включая детские сады, дополнительное образование и организации профобразования. Антон Никонов и Даниил Сурков, Улправда ТВ.